Саляму алейкум арахмулла. Здравствуйте всем. Сегодня еще одна Hyundai Sonata на обзоре. 2 литра на механике. Чип-тюнинг под нормой токсичности Евро 2 плюс спорт. Основная причина перепрошивки – добавление динамики, так как здесь катализатор отсутствует, и прошивка, скорее всего, была уже ранее изменена, так как нету по катализатору ошибок. Тем не менее, решили все равно перепрошить. Немного хотим поднять динамики. Независимо от того, что здесь 2 литра и механика, достаточно двигатель такой, что поддается тюнингу, и ощутимая разница будет. Сейчас сделаем пока чтение заводской прошивки, далее калибровка и заливка обратно в блок. Продолжаем наше видео. Так, прошивка у нас уже готова. Контрольные суммы не используются. Продолжить. Вот режим программирования. Ждем. Все, полетели. Panasonic. Не выключи. Так, у нас система уже сейчас. Система у нас просит выключить зажигание. Тут у нас чуть завал. Всем успевающим отвечать и работать. Выключил зажигание. Сними со скорости и заводи машину. Так, идем пока молодой человек. На нейтралке заводи. Да. Ага, так, отлично. Читаем у нас ошибки. Так. Долго вообще. По Калайну вообще долго все происходит. Так, все. Сейчас автомобиль готов. Можно отпускать.